Может показаться, что это какой-то персонаж из фильма «Люди в черном». Данное создание называется жук-усач. Таких насчитывается более 26 тысяч видов по всей планете. Их характерным отличием являются длинные сегментированные усики, иногда очень длинные. Они безобидны, но в случае опасности воспользуются своими мощными челюстями, которыми они измельчают древесину. И могут накостылять даже соразмерному богомолу. Некоторые виды взрослых усачей питаются деревом перед сезоном спаривания. Но самыми прожорливыми являются их личинки, которые живут внутри дерева, пожирая его изнутри и наносят огромный финансовый ущерб человеку, разрушая любые деревянные постройки и здоровые леса. Выглядит слаще, чем сахар, как пел один бородавочник и его мелкий дружок. Встречаются поистине гигантские виды усачей, как этот дровосек Титан. Хороший жук в хозяйстве пригодится, можно и виноград в сезон подрезать и за кустами поухаживать.